Итак, сегодня должен начинаться день в Балтийском государственном техническом университете ВМФ имени маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова. Сегодня знаменательный день. Сегодня те, кто уже прошел курс обучения, получают не только диплом учебного заведения, которое является замечательным, великолепным пропуском в дальнейшую жизнь, но и первые офицерские погоны лейтенанта флота России. Буквально вчера я узнал для себя очень уникальную вещь, что эти парни не просто получают сегодня диплом и погоны, но еще и получают путевку в жизнь. Министерство обороны им сегодня присваивает не только звание офицера, но и предоставляет возможность проявить себя и дойти до адмиральских погон. Мне кажется, что путь, который начинается с военмеха, удачен и успешен. Тем более, что девиз военмеха – военмех лучше всех! Совершенно верно. Для вручения дипломов об окончании Балтийского государственного технического университета военмех имени маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова и погон лейтенанта флота России в зал вносится государственный флаг Российской Федерации, флаг военно-морского флота Российской Федерации и знамя военмеха.